вот здесь. Вот он не подходил сюда. Я пошел к токарю. Он просверлил меня здесь. Как раз под него установил. Здесь болт имеется для зажима. Вот. Здесь имеется разрез. Этот болт сюда будет попадать к разрезу. Вот сюда. Здесь и будет сжимать его. Сейчас я его аккуратно вот так поставлю. Чуть-чуть. Ударю, чтобы хорошо сидел. Вот я закручу. Чересчур сильно закручивать не нужно, потому что этот у меня как раз притык идет. Вот это уже закрутили, поставили на место. Здесь вот этот шкив, большой шкив идет в пластмассовый комплекте. Если так мы его поставим, вот эта часть вниз, если мы сделаем, то она с этим не совпадает, с этим шкивом. Сейчас я вот поставлю, покажу заодно. Вот, ставим. Видите, этот шкив выше, чем этот получается. Чтобы этого не было, мы этот снимаем, крутим его наоборот, вот эта часть, выпуклая часть наверх, и ставим. Видите, ровно с этим шкифом. Дальше. Берем вот этот болт. Опускаем сюда. Снизу болт ставим. И вот гайку. Шайбу и гайку. Тоже прикрутили. Слегка. Потом натягиваем ремень. Ремень натягиваем вот на мотор и на этачки. Потом сперва вот этот болт сильно не затягиваем. Для чего? Чтобы установить нам уровень наш. Так не получается, она здесь мешает. Болты мешают. Сейчас постараемся по-другому его затянуть. Установил его. Так. Ну, желательно, чтобы ремень, вот этот провод не касался. Но его потом приподниму чуть-чуть так. Взяли. Вот, чтобы... И... Сжимаем. Так, до конца сделаем. Снизу его тоже прикручу. Это прикрутил, вот он держится. Здесь то берем. Сейчас сверху это тоже поставим. Закрутим. Все. Тоже закрутили. Сейчас медогонка уже готова. Сейчас я его включу и проверю. Провод, чтобы не касался, вот здесь касается ремня, она обтирается. Чтобы не обтиралась, берем вот так аккуратно. Изолентом. Затягиваем. Дальше уже ничего не касается. Вот здесь, смотрите. ЭПМ-222 называется. Здесь имеются обороты. Он поднимает, видите, от 1 до 10. Потом это время, минута, он будет работать, остановится. Или 2 минуты, 5, 7, 10, максимум 10 минут он работает, потом останавливается. Можно так установить. Дальше, вот здесь имеется вот этот рычаг. Вот, это сюда делается. И сюда делается. А это что? И в этом направлении крутит, и в другом направлении крутит. Сейчас я его включу, вот я уже в розетку его включил. Сейчас посмотрим. Сейчас поставим, ну, обороты поставим где-то 10. Да, 10. Давайте сперва 9, 8 поставим. И время 4 минуты, пускай будет. Вот 4 минуты. И включим в одном направлении сейчас. Вот, поставил свои шутки тоже.
нагрузка кому. Если там будет нагрузка, примерно если рамки поставим, то он одинаково будет вращаться. А пока если сильной нагрузки нету, он так периодично крутится. Сейчас я вот здесь увеличу скорость на 10. Вот 10. Эх, быстрее начал крутиться. Сейчас сделаем здесь еще максимум. Сейчас еще чуть-чуть покручу. Вот. И еще увеличивается. Вот так работает у нас EPM-222. Как будет выжимать, я еще не знаю. Это тоже проверю.